Друзья, сегодня, 30 июля, в Калининградской области впервые проходит фестиваль сельского хозяйства «День Балтийского поля». Что же это за мероприятие, узнаем прямо сейчас. Это проект «Окей, Гурьевск». Поехали! На фестивале каждый район нашей области приготовил свое подворье. И начнем мы, конечно, с нашего родного Гурьевского городского округа. Пойдемте. Как вам фестиваль сельского хозяйства? Первый раз проходит у нас в области. Какие у вас эмоции? Праздник грандиозный, значит, сельское хозяйство у нас грандиозное тоже. Вы сами уже прошлись по всем подворьям? Ну, по всем еще не успел. Где больше всего понравилось? Ну, кроме Гурьевска. Гурьевский. Друзья, у нас радостное событие. Сельскохозяйственный фестиваль «Балтийское поле» посетило пару футболистов сборной России по футболу. Костюмы Озерского городского округа. А вы, я так понимаю, глава, да, Озерского муниципального района? Нет, я не глава, я главный специалист отдела ЖКХ Озерского городского округа. А, то есть ЖКХ выглядит, в принципе, вот так, да? Вот как люди себе представляют, в принципе, вас, чем Озерский округ гордится? Допустим, да, выращивает, да, потом выращивает... Мы любим Озерск! Как коллектив ваш называется? Давайте прямо сейчас придумаем, да, если нет? Давайте, давайте. Вы представляете Краснознаменский городской округ, правильно? У нас, если костюм судить, казачий и белорусский костюм. Что вы нам посоветуете? Работу найти какую-нибудь. Чем Краснознаменск привлекательный? Чем он отличается от остальных городов? У нас прекрасная природа, богатые леса ягодами, грибами. Любите грибы, да? Очень. У нас... Может, поэтому все там веселые, потому что грибы любят, как думаете? У нас самый-самый экологически чистый район. Зеленый, речка, рыбалка, ягоды, цветы. Перечисляйте дальше существительные, любые. Так. Небо, небо, у вас есть небо? Небо. Земля. Только у вас, да? Что у вас фермеры такого выращивают, что у вас такой большой хлеб, вы ходите в розовых очках, и у вас женщина с бородой? Потому что хлеб – это самый натуральный продукт из нашей замечательной белой муки, с нашими домашними яйцами и с экологически чистой водой. Чем торгуете, собственно? Чем Светлогорск гордится? Иван-чай. Король полей. Покупаем, пьем, не болеем. А вы почему кашляете? Вы не пили, да, еще? Я вас увидел, подавился. Как зовут тебя? Максим. Тебя где вообще поймали? Меня? На канале, конечно, на Светлом. На канале. Как тебе вода там, нравится? Нет, можно было бы лучше воду найти. В Светлом, вот из-за того, что там такое качество воды, в принципе, вот такие вот рыбы на двух ногах ходят, да? Ну да. А как вы думали, это же Светлый, там, возможно, разные чудеса. На День Балтийского поля приехало столько много гостей со всей Калининградской области, поэтому прямо сейчас расширяют парковку. Все, вы готовы для того, чтобы поехать на поле чудес? Да, конечно. Ой, да в саду вишенка цветет. Во, вращайте барабан. Как называется ваш костюм? Ой, барыня-самоварня. Это вы сейчас на ходу, да, придумали? Да. Много людей так можно провести через границу, как считаете? Я думаю, что дружно, мирно все могут проехать со мной вместе с этим нарядом. Вы с какого округа к нам, какого района? Я из Калининграда. Как считаете, Калининград можно назвать центром мировой моды?
Очень плохо одевается. Ой, ну просто очень плохо. Иной раз смотришь, девушка красавица, но на ней надеты такие штаны, что просто не хочется ей вдогонку смотреть. Как ваш стиль называется? Это тема арии славянская такая. Фантазии на арии, арии славянской одежде. И очки Лепса, да? Очки Лепс. Самый крутой, самый танцевальный, бегучий! Ура нашему Гусеву! Горочки! Гусеву! Давай танцевать! Как мероприятие вам нравится? Очень! Я желал бы постоянно, чтобы такие были бы. Подпеваем, Вы поете великолепно. Как принимающая сторона Гурьевский городской округ. Такое мероприятие организовывали. Сложно было его организовать? Трудностей не было. Выстояли, победили. Вот сегодня праздник удался, реально праздник удался, потому что мы даже не ожидали, что столько народу будет, столько машин, и он имеет такой хороший эффект. Вы, наверное, сами это прекрасно все видите, как это все происходит. Я понимаю, что вы что-то там вставите совсем другое потом. Да, ну говорю, какие на самом деле, да. Вот идет как раз министр сельского хозяйства Лютаревич Сергей Николаевич. Прямо сейчас с нами находится министр сельского хозяйства Сергей Николаевич. Лютаревич. Самый крутой, самый танцевальный, бегучий! Очень приятно, что наша инициатива Минсельхоза так была поддержана и, самое важное, поддержана главой муниципальных образований, фермерами, которые в Калининграде сегодня работают. И мы видим, насколько сегодня единение. Здесь готовая продукция, здесь молоко, здесь труд людей. А труд людей нужно ценить. И вот сегодня мы с гордостью говорим, что наши селяне лучшие в России. Вот так прошел первый в Калининградской области фестиваль сельского хозяйства. Это был проект «Окей, Гурьевск». Всем пока, а я поехал собирать урожай. Друзья, мы дарим возможность вам выиграть эксклюзивный магнитный чехол для своего телефона от наших партнеров компании «Gypsy Print». Подробные условия розыгрыша смотри в описании под видео. Удачи!